Просто бегу, короче, рядом с жилыми домами. Покажу, как люди живут. Хозяйством пахнет. Гараж открыт. У нас, допустим, такого не будет. Ребят, да впервые вижу вообще вживую баранов, честно. Что-то кушают. Ладно. Как там в фильме-то? Ай-я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 й. Кто смотрел «Кавказская пленница», помните, когда он обменял 40 баранов на невесту? Может быть, ошибаюсь по количеству, но как-то было так. То возвращаемся. В принципе, я доволен сегодняшней прогулкой. Сейчас обратно еще километра 3 бежать. В принципе, не устал. Дыхалка работает. На судне тренируемся. На сушу выходишь. В принципе, не устаешь. Даже лучше. Воздух свежий. Имею в виду, даже лучше, чем дома. Именно бежится. Потому что все-таки горы, они дают свои плюсы. Все, ребят, на сегодня кино заканчиваю. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, что думаете про Норвегию, стоит ли сюда переезжать жить, не скучно ли будет вот как-то вот так жить, или все-таки нужно стремиться к такой жизни. Я считаю, почему бы нет? Неспешная жизнь, ребят, самое главное. Потому что когда вы живете в большом суетном городе, все не так, как здесь. А жизнь у вас одна, ее нужно растягивать, а не пытаться как-то, знаете, куда-то спешить постоянно. Это вам не нужно. Это я вам говорю, как человек, которому уже 32 года. Поэтому мое стремление к большим городам, оно никогда не было таким сильным, да? Сейчас тем более его уже нет. Поэтому я, ребят, хочу вот хотя бы вот такой дом. Рядом, чтобы была река или озеро. Небольшую моторную лодку, машину. Чтобы было как можно больше детей. Все. Всем пока. Бежим домой на судно.